Все начальства милиции здесь собрались. Соседи на защиту многодетной мамы опекуна встали едва ли не стеной. Сначала рассказали о проделках одной из приемных дочек. Якобы школьница не раз убегала из дома после того, как ее не отпустили покорять Москву. Девочка будто бы обиделась, вот и подговорила остальную детвору родителей оклеветать. К тому же полураздетыми на морозе, да и побитыми детей никто не видел. Ни на улице, ни дома. За общим столом сидели. Ну, когда заходил домой, дети нормально так ходят. Это отношение к родителям у них, мне показалось, хорошее. Уважают родителей. Это хорошая семья. Просто так политически что-то не знаю. По милиции вечером зашли, не знаю, как. Ну, политика не знаю. Какое отношение ситуация имеет к политике, неизвестно. А вот к Уголовному кодексу сегодня самое прямое. 52-летней приемной матери четверых детей уже предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Может быть, такого и не было. Не было и не будет. Человека можно испачкать очень легко, а потом очищаться трудно. Вот я так скажу. Просто испачкали. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Трое детей отправлены в социальный приют Набережных Челнов. Одного ребенка забрала бабушка. Со всеми ребятишками работают психологи, исследователи. Те и другие склонны считать, что выдумать такие подробности домашних пыток с иголками, проводами и раздеванием на морозе безосновательно дети попросту не могли. Мария Молочникова, Максим Малов, телеканал «Эфир».